А давайте внезапно с мистера Биста, блядь, и начнем. А то я хотел вчера посмотреть. Короче, видос, кто первый ограбит банк, получит 100 тысяч долларов. Блядь, вот бы поучаствовать в его состязаниях хотя бы раз. 100 тысяч баксов. Он там часто дает деньги, даже когда ты проваливаешь. Ты фейлишь, а он тебе все дает деньги, блядь. Вот охуенно было бы. Я бы себе купил компьютер новый. Поехали. Мистер Бист, кто первый ограбит банк, получит 100 тысяч. Я ограблю. В этом банковском хранилище лежит 100 тысяч долларов наличкой. Сейчас оно закрыто, и только этот ключ поможет попасть внутрь. Первый, кто из вас коснется хранилища, получит то, что внутри. Начали! Боже. Что нам делать? Чендлер прорывается! Подожди, Крис забирается на... Блять, гениально! Крис уже там! Кто-то еще успеет? О, Крис коснулся хранилища! Я даже сделать ничего не успел. Просто потяни за ручку. Ты получаешь... ничего. Это было поддельное хранилище. Парням придется пройти все испытания и надеяться, что сейф, который они выиграют, содержит 100 тысяч долларов для их отцов. Если коснетесь... Бля, еще и для отцов, сука. Вот отстой. Лазера, вылетите из игры, удачи. Нолан, иди! Нолан, иди! Нолан, осторожно! Он у тебя над головой! Чендлер задел? Нет, но почти. Я очень напуган. Осторожно, осторожно, осторожно! Я рискну! Нолан впереди, он вот-вот выиграет, и вот! Да! Нет! Да! Нет! Почему я так хорош в этом? Потому что ты худой, долговязый. Твой отец выиграл 100 тысяч, или... дальше тебе придется носить манекен. Чего? Понятно, вот отстой! Манекен красивый. Такой красивый! То есть, блядь, теперь, по сути, его шансы уменьшились на победу. Добро пожаловать в мою любимую комнату. Город красных стаканов. Здесь более 1 миллиарда стаканов. Я в это не... Да это пиздоболие, да. Верю. Серьезно? Не считал. Вы можете найти тут то, что откроет этот сейф. Ключ! 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 Я сказал это первым. Ключ! Начинайте поиск. Они и так дофига получают, а эти 100 тысяч им просто пшик. Погоди, в смысле дохрена получают? Он им дохуя платит зарплату какую-то ебанутую или в чем прикол? А откуда... А сколько он им платит? Откуда такая информация? Там суммы охуевшие? Не, мне правда интересно просто, он сколько платит? Чат пиздоболы, как всегда, у них свои каналы есть? Да при чем тут свои каналы, когда мы говорим про это? Как же приятно наблюдать за этим! Даже не верится, что они ищут ключ! Блять, с этим манекеном ёбаным. Чендлер, найди ключ, сынок! Да! О! Вот так! Да! Мой парнишка! Посмотрим, что только что выиграл твой отец. Блять, опять говно! Если ты выиграешь 100 тысяч долларов, твой отец получит еще и Теслу! А, это бонус! Блять, кстати, прикольно сделано! Не переключайтесь, идем дальше. Я отвел парней к нашему следующему сейфу и завязал им глаза, чтобы они не видели дверь, которая опускается. Нужно пролезть под ней вперед. Пролезли? Карл сделал это первым, коснулся. Давай. Что, просто пролезть и все? Покажи мне 100 штук. Наверное, там ладно. Не 100 штук. Там не 100 штук, но твой отец выиграл 10 тысяч долларов. Блять, охуенно. Вот так! Вам что, плевать на своих отцов? Я пытался, бежал! Слабаки! Посмотрим, будет ли следующим хранилище 100 тысяч. Это гора из Лего, а это... Бля, просто пиздец. Ключ, болтающийся в воздухе. Смотрите, как болтается! Тот из вас, кто с помощью Лего достанет ключ, получит то, что лежит в сейфе. Карл, ты сможешь! Начинай строить, строй! Даже близко не попал. Это не по правилам. Чендлер, ты высокий. Может, попробуешь подпрыгнуть? Моя лодыжка, вы видели? А? Достал! Что в сейфе? Бля, ну это ебать нечестно нахуй. 100 штук, детка! Это не 100 штук. Если не победишь в следующем испытании, вылетишь. Я так старался ради этого. Ты выбрал для этого не то испытание. Если не победишь в следующем испытании, не расстраивайся. Мы вернулись в лазерную комнату и... Вот это пиздец, ну это почти 100% кик. Включили лазеры. Ну и как нам это пройти? Как видите, лучи исчезают, а затем появляются. Нужно пройти через лазеры, когда они исчезнут. Чендлер! Да? Если коснешься лазера, вы с отцом вылетите. Да, я знаю. Он попробует, пиздец. Когда лазер исчезнет. Так, получилось. Но это начало. Сможет ли он снова? Это очень нервно. Ладно, почему вы не идете, парни? А, мы не знали. Ведь ты с ним? Это что, испытание Чендлера? Ну типа. О, он уже здесь?
Давай, ну это что-то изи пока. Дышка. Это последний, Чендлер. Тот самый короткий промежуток между появлениями лазера. Ой, погоди! Я сделал мне, это! Мне нужно посмотреть в слоумо. Сейчас побежит. Ну, вроде не задел. Он не коснулся лазера. Он... Ну, бля, хуйня какая-то. Непонятно, почему другие с ним не прыгали. Было бы веселее, если бы они все разом проходили. Он справился. Поздравляю. Поздравляю, да! Чендлер. Нас не выгнали. Чендлер, что в хранилище? Ой, она вверх ногами. Надеюсь, ты Чендлер. Погоди, как ты узнал? Я сделал это до того, как вы пришли сюда. Ты ничего не выиграл, но тебя хотя бы не выгонят. Это хранилище защищено. Ну, это смешной стёб, кстати говоря. Сказать ему, что ты вылетишь. Мур-мур-мур-мур. Сережа. Очень люблю тебя, спасибо тебе за все. Скажи, что ты вылетишь, если не придешь, и там, надеюсь, ты Чендлер, блядь. Да, ну это забавно, забавно. Но проводами. Провода реагируют только на металл, так что их можно трогать. Но я попытался напугать ребят. Покажу, что будет, если вы коснетесь. Вообще не советую. Я током! Я подумал, что будет забавно смотреть, как парни ходят вокруг проволоки, думая, что она под током. Но Крис почему-то оказался бесстрашным и просто побежал через нее. Крис... А, да похуй, блядь, она же там под каким-то легким электричеством. Ну, типа, бля, вообще похуй. Коснулся! Крис думал, что выиграл, ребята думали, что он смухлевал, поэтому мы решили перейти к следующему испытанию. Спасибо, Крис. Добро пожаловать. А, нихуя не дали. В следующую комнату, давайте, вставайте. Шо, блядь? А, там вообще нет тока. Будете голосовать за то, кто откроет сейф. Может, за дверью лежат 100 тысяч. О, я думаю, не, там еще такие звуковые эффекты реалистичные. Ты сказал, что? Сейф. Может, за дверью лежат 100 тысяч. Какие правила? За себя голосовать нельзя? Вы не можете голосовать за себя, верно? Ну, я так и знал. Напишите. А, реагирует только на металл. Блядь, что-то я проебал-то. Кто откроет сейф? За кого ты проголосовал? Кэрол! Да, детка! Я проголосовал за Нолана, потому что не хочу, чтобы он выиграл. Но он все равно найдет способ. Небраска, Нолан. У Нолана два голоса. Да! И, Чендлер, за кого ты голосовал? Крис. Крис, это означает... Подождите, я просрал. А если он угадает, кто выиграл, что они получат? Что Нолан победил! Да, $1000! Я их выиграю! Пап, думаю, мы победим. Я чувствую это. Так. Дальше можешь использовать металлоискатель. Зачем? Где-то на пляже ключ. Начинаем из... О, это пиздец, как поможет на самом деле. Пытание. Теперь понимаешь, зачем тебе металлоискатель? Я могу найти ключ. Хватит, я пытаюсь отыскать ключ. Пытаешься использовать металлоискатель? Пусть ищет вот это. О, я нашел. Да, отдай. Ой, нет, отвали от меня. Это просто камень. Я нашел камень. Он думал, что камень был ключом. Я зря залез в песок. Хорошо, я буду честен, я нашел ключ, но он сломался. Это не считается. Это считается. Да. Поздравляю. Блять, охуеть, нашел без металлоискателя. Ты выиграл карту на 5000 в Хоум-Депо. Блять, он же выиграл 10 тысяч и еще выиграл 5000 на карту в магазин какой-то. Это же он выиграл на 10 тысяч долларов. Пиздец, блять. Просто нахуй. Вот везучий сукин сын, да? Выигрывает только в те моменты, когда, блять, там бабки. Это мечта каждого отца! В начале этого видео хранилище было пустым, и мы закрыли его черной простыней. Но теперь мы положим в него наш приз — 100 тысяч долларов. Мы скоро узнаем, чей отец выиграл 100 штук. Как вы видите, мы вернулись в первую игровую комнату. Вы забили в гвозди? Да, не хочу, чтобы ты перелез. Помните, кто первый коснется двери, получит то, что внутри. Я не сказал, начали. Он не сказал. А теперь сказал, начали. Вперед! Не убей меня! Молодец, Крис, это было здорово. Как много стекла! Как мне пролезть? Блять, чё тормозит, долбоёб? Ребята, просто разбейте стекло! Эй, Нолан, осторожнее, беги! Нолан! Я бы, блять, просто кувырком, блять, ебанулся бы через стекло! Весь был бы в стекле проткнутый, блять, в говно, блять! Я такой, деньги, мои деньги! Он коснулся! Нолан, хранилище открыто, входи! 100 тысяч! Как вам такое? Да! 100 тысяч! Взгляните на эту кучу денег! Посмотрите! Пап, ты получишь 100 штук! Я горжусь тобой, Нолан. Ты лучший грабитель банков в мире.
Пиздец. Так, деньги получил бы твой мертвый батя. А, мне кажется, бы я бы получил, потому что батя мертвый, а якобы по наследству. Да, блять, круто. Как классно люди живут, да? У которых дохуя денег. Вот это развлечение.